Ассаламу алейкум, дорогие сестры, уважаемые подписчики. Так, салам алейкум, кызлар жонлар. Мани чыройлик она жонларымыз. Сіз бізі каналымыз Шойста Давлатова, да? Хош келдіңіз. Бүгін яңгі чыройлы, ен гузалларыдан, Турциядан мол алдык. Иншалла біз битте-битте курсатамыз. Сілар сначала тушып, подписка кылылар. Видеоны то охыргече көріп, лайкны босынлар. Аму обязательно комментария язасылар. Негеки, ман харакат кылама ки сілар чыройлы бүліп, мана шундока гузал бүліп, юрыла деп, жонларым. Салам алейкум. Хохароны мехрубан, мадаржаной азиз. Шуму канали шуста Давлатова ба. Шума дедмегам. Ман харакат мекунам ки шумоён ин моделои ки хушрутарин, зеботарин пушта туи маракаҳова аз дигаро тагруски русвега отличаться каристатон. Отдельно че шуда чироли че шлисетон та харакат мекунам. Так подписка кнет, видео то охир бенетон, лайкотон, монетон, мнениотон, нависетон. Кадом модело бештар шумова макул. И метонетон ки комментария бо забони худатон нависет. Оди соддатарин кара. Мо шумою дуст медорем, факат барои шуму харакат мекунем. Лайкотон умонетон жонаи ман. Также хочу продолжить. Всем еще раз ассаламу алейкум. Модели, которые только что вы видите, вот эти мешки только сегодня вот получили, будем распаковывать. На этом же ролике вы увидите, но чуть позже. Давайте начнем именно несколько моментов есть, которые мы постоянно читаем ваши комментарии. И также есть пару вопросов, которые мы хотели ответить именно на Ютубе, в ролике, чтобы люди видели и больше, чтобы таких, ну, вопросов, если появляется, чтобы этих вопросов уже не было, потому что многие задают вопросы, мы отвечаем, но бывает то, что люди не понимают. Также хочу сказать, смотрите, многие пишут, первый вопрос, почему вы на Ютубе не говорите, сколько стоит, например, ну, любое платье? Давайте сначала, возьмем. Я прибываю, извиняюсь. Сначала вот хочу, чтобы вы напомнили, где находимся, магазин, где находится. Да, магазин Эспира. Мы находимся на втором этаже, торговый центр Таганка. Находится улица Таганская, 2, также метро Марксистская, 6-й выход. Как вы уходите с 6-го выхода, вы сразу увидите наш торговый центр Таганка. Мы находимся на втором этаже, работаем с 9 до 9 без выходных. Если какие-то выходные будут, да, обязательно мы уже объявим у себя в Телеграме, также на Ютубе, и у вас будет уже информация. А так, дальше хочу продолжить. По поводу именно цены, мы остановились, где я говорил то, что любой модель, например, вот эта модель, производитель Дубай, полностью королевский бархат, посмотрите на этот модель, и спереди это ручная работа. И люди говорят то, что почему вы в своих роликах не говорите именно цену. Чтобы вы понимали, цены каждый день скакивают. Эти модели, они не в рублях покупаются, они в долларах покупаются. Доллар каждый день, вот, например, сегодня доллар одно, а завтра это другое. Но ролики, которые мы выкладываем на YouTube, мы их годами не удаляем. Если вы снизу вот будете пролистывать, вы увидите наши старые ролики год назад, там полтора года назад, да? Если мы говорили бы цены, люди, которые там увидят ролики, да, какой-то модель понравится, которую мы несколько месяцев назад публиковали, и я там говорю цену, например, там 6 тысяч рублей или 10 тысяч рублей, да? И они мне напишут, почему модели, которые, например, вы говорите цена одна, там 2 месяца назад, да, а сейчас вы мне говорите другую цену. Для этого у нас есть телеграм-канал, где вы можете зайти, смотрите, можете зайти, посмотреть цены, производитель, размеры, также ткань. Вся информация там есть. Также дубайские модели, турецкие модели. Еще также хочу, моментик. Вчера к нам приходила наша клиентка. И был такой вопрос, почему мой модель отличается от этого? Сразу в шоке, да, я сам в шоке. Когда она пришла, она где-то в Москве, не знаю где, она где-то в Москве купила похоже на этот модель, образно. Потому что на фотке, если посмотреть, вроде бы они похожи, но когда ты потрогаешь по качеству, оно совсем другое. И она купила, конечно, где-то же дешевле, и она сразу приехала, сказала то, что я уже купила этот модель, и, конечно же, я недовольна. И также хочу сказать, многие спрашивают, где-то дорого, где-то там дешевле, да? Если вы хотите качественный
качественная ткань, красивые, шиты, все четко, да, вы можете обращаться к нам и приходить закупать у нас свои модели, которые вы хотите. Мы самый главный именно обращаем внимание на качество материала. Чтобы у нас есть клиенты, которые они годами у нас покупают, и никаких вопросов нет. Но если вы хотите какие-то дешевые модели, которые чтобы быстро вам доставили, например, да, там пришли, там купили какой-то материал, там, не знаю, 6 тысяч, 8 тысяч рублей, конечно, для этого вы все знаете, где есть, также есть рынки, также есть другие магазины, вы можете в таких случаях обращаться тоже. Но вы просто вот представьте, два модели, вот давайте возьмем iPhone. Есть iPhone, который стоит 130 тысяч рублей, оригинальный, вы покупаете, оно стоит 130 тысяч рублей. Но также есть iPhone, подделка, это дубликат. Понимаете? Спасибо. Они визуально одинаковые, но когда ты трогаешь и начинаешь пользоваться, ты понимаешь, что одна другому вот не соответствует. А потому поделка что, сколько стоит? Ну вот, вот 130 стоит, например, iPhone оригинальный, а подделка такой же стоит, например, там 60 или 70 тысяч, может вообще 40 тысяч. Поэтому думайте. Думайте то, что не бывает такое, то, что вот в одном месте это продается, например, за 12-13 тысяч рублей, а я куплю этот модель за 4. Ну, сами представьте. Я еще хочу, да, вот, извиняюсь. Смотрите, дорогие мои, ну, наш вот клиент, у нас есть особые клиенты, они уже знают. Но для тех, которые вот первый раз, вот, допустим, попали в наш, вот, допустим, канал, может быть, им непонятно. Допустим, вот с этого модела. Ну, я сама вот каждый раз, когда я туда полечу, я сначала вот все ткани пошупаю, да, хамасын бар марташин готлып, ютубе кирип курилайма, кариман, какие модели мне нравятся, сами вот энтоза седан, самые высококачественные, я им скажу. Вот как говорится, грубо, приказ даю, что с этого мне, вот, допустим, именно эта модель 60 штук, допустим, или 20, или 3 цвет, или 1 цвет, чтобы вы подготовили, начиная размер от того, от, допустим, 46 до, допустим, 60. Да? Вот. После заказа Кигандайнкин, после того, я уже заказывала, да, я 15 дней буду ждать, до того они готовят, потому что здесь полностью идет ручная работа. Понимаете? Я еще, значит, должна значит, получить идешь. Этот товар, еще 14 дней или 13 максимум дней буду ждать. Входит, значит, 23-24 дня, чтобы я эту модель получила. Сначала заказ дала, потом уже они готовили. Мне сказали, да, есть, уже готов. Они мне через каргу отправят, или я сама полечу, привезу, чтобы побыстрее. И за общий входит 23-24 дня. Если, допустим, где-то вы слышали, что да, заказ дадите, скриншот отправьте, за 10 дней мы вам привозим, это вранье. Но я не знаю, где подделка дают, как они делают вот подделка, это мне не касается нас. Не касается, фарки юг. Аму, ман уже была манке, битта модельный, один модель и один-два раз вот привезу. Почему? Я уже вижу, я анализ по всю вот сделаю, канале, да, я вижу, что один-два раз привезу, уже третий-четвертый раз будет уже копия. Понимаете, дорогие мои? Еще хочу добавить, дорогие наши подписчики, мы каждый раз привозим новые модели. Да, это повторяется. Мы привозим вот, мы сейчас распакуем вот эти модели, которые мы вот только получили новинки, да, очень много новинок. Я вам отвечаю, через какое-то время именно эти модели, дубликаты выйдут на продажу в разных, можно сказать, магазинах, рынках, также и так далее. Потому что люди, кто-то даже берет эти модели, например, выставляют. Бывали такие то, что выставляли наши ролики, но продавали что-то другое. Например, да, подобие этого нашего модели. Ну, конечно же, мы это все анализируем, мы смотрим. У нас есть авторское тоже также право. И также мы этим каналом обращаемся, чтобы, если они выкладывают, например, наши ролики, они должны соответствовать по качеству. Это наши, например, какие-то оптовики, например, у нас покупают. Но дело в том, что наши модели берут, например, к себе в ролик, но продают, например, дубликат, который там где-то, может быть, в России делают, может быть, где-то в другой стране. Но хочу сказать то, что этот материал, который, например, делается вручную, это делается в Дубае. И их доставить до Москвы, конечно же, это 20 дней занимает после вашего заказа. Просто мы много индивидуальных заказов. Давайте покажу, например,
на фоне вот этой абайи. Смотрите на эту модель. Эта модель, она сама по себе полностью, чтобы вы понимали, ручная работа. И также сзади хочу показать сзади и вот на плечах тоже. На штану внимание обратите. Смотрите, тут полностью ручная работа. Также королевский бархат мокрый. Смотрите, очень нежный. Модель тройка. Также можно носить вверх с другими платьями, если есть какая-нибудь базовая, да. Хочу сказать, что мы привозим только с Дубая и с Турции. Других производителей мы абсолютно вообще не имеем. Поэтому многие пишут, производитель, сразу скажу, производитель или Дубай, или Турция. Так, турия, тяпты, кызладжанлар. Біз фақат молы Дубайдан, Туркиядан оп келамыз, иншалла. Так, бізді башқа производительлар білан біз ішлемейміз, йоқ. То есть, да, ман фақат харакат қыламан ке, башқа магазинлардан йоқ моделларны бірінші оп келіп, сілер бірінші кеп, чыройлы бұлейлі деп харакат қыламан. Шучын біз білан бұлейлі. Хорджуны, әзіз, мударджуны, мехрмон. Так, молы кемон мейберем фақат аз Турция. Аз Дубай. Ягон дига производител кати му корна мекни. Так, ман харакат мекнам ке шму ензе и ботарин и хшрутарин бошет. Моло еки дига магазин бо холи поступлени, я не еки холи нома дас. Харакат мекнам ке ман якум биорам ке авал шму он пушет вифтай. Парему хорджон и азиз му кати шавет. И лайк отону монет. От битарин, сот датарин, кере коментари отона нависет. Хшбах поштон. Ну все, давайте уже продолжим, потому что затянулись, всем объяснили. Давайте уже будем продолжать распаковка наших моделей. Будем распаковывать с маленьких мешков, чтобы была интрига, что тут находится. Поэтому погнали. Пока я буду распаковывать, для меня было бы приятно, если поставили бы лайк, подписались бы на канал. Просто у нас там показывает. Многие люди смотрят без подписки. Думаю, это не сложно, а для нас это приятно. Также бережно это все распакуем. Тут платье, я чувствую, что тут платье. Ой-ой-ой-ой-ой, многие знают, видели. Реклама этих моделей. А кто-то не видел, потому что пропускал наши ролики. Поэтому никогда не пропускайте. Смотрите всегда до конца. Опа. Смотрите. Давайте одну штучку покажу из всего вот этого. Каждую модель, которую буду брать, буду показывать просто по одной штучке. А потом уже на манекене, конечно же, полностью покажем, чтобы было понятно, как будет сидеть. Тут размеры очень большие. Тут даже 70 размеров есть, 58, 60, до 74, скорее всего, есть размеры. Обязательно, если понравится вам эта модель, сделайте скриншот, отправьте нам на WhatsApp и напишите свой размер. Давайте дальше уже. Эти модели убираем. Давайте пока что вот сюда уберем. Убираем. Тут у нас платки. Тоже потом покажем, потому что они еще в упаковке. Чуть позже, конечно же, покажем. Пока что на этом все. Открываем вот этот мешок. Это наши любимые кардиганы, которые мы ранее получали. Уберите этот. Тоже кардиганы. Покажем чуть позже. Тут еще есть пакет. Внутри пакета пакет. Смешно, да? А, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие модели. Убирайте этот. Я один покажу сейчас. Вот это уберите, пожалуйста. Чтобы вот этот покажу.
Посмотрите на эту модель. Сзади. Также идет в комплекте пояс. Тут по желанию. Можно как бы свободно носить, а можно с поясом. Это уже на ваш выбор. Я его сюда поставлю. Двигаемся дальше. Поставь это туда. Что у нас тут? У нас тут идет красный. Красный. Одну штучку возьму для показа. Красный модель. Да, эта модель натуральный шифон. Ткань из шифона. Посмотрите. Посмотрите, как шикарно выглядит. Несмотря на то, что столько красоты тут, она очень легкая. Тут есть еще пояс. Посмотрите. Очень шикарная модель. Давайте будем уже распаковывать. Тут уже все, тут полностью красный. Давайте уберем. Распаковываем вот этот. Давайте прям в горячую одну покажу. Одну пару. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же она красива. Вот эти модели мы получили. Убираем в стороночку. Тут что у нас? Идемте сразу. В горячую покажем с этих моделей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите на это качество. Смотрите. Вообще прекрасно выглядит. И посмотрите, как красиво упаковано. Самое главное то, что ни один модель несколько раз упаковывает. Очень шикарно выглядит. Убираем дальше. Дальше у нас идет коробки. Это потом распакуем. Эту коробку тоже потом распакуем. Получили вот эти модели. Что тут может быть? Ага. Все видели эти модели? Смотрите. Как говорится, легкая. Носи каждый день. Этот модель тоже убираем. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот эти модели, думаю, многие уже заказывали, ждут. Посмотрите. Это красота просто. Красотища какая. Дальше. Не думайте то, что они без коробки. Конечно же, есть коробки. Все это будем уже, когда отправлять, будем упаковывать. Вот такие модели получили. Давайте. Смотрите на эти. Смотрите на эти модели. Очень такие тоже легкие на повседневку. Очень удобно. Дальше у нас опять идет вот с этих моделей. Я уже ранее показывал, да? И на этом пока что с этих все.
эту коробочку, что тут находится, посмотрим. Очень хорошо упакованная. Тут уже, конечно, все в коробочках. Ну-ка. Опа-на. Что тут? Тут наши вот эти, как назвать, туфельки. Шлепинцы. Ну, как вам угодно, так и называйте. Очень удобные. Можно камеру поближе? Можно? Можно, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что это за красное просто? Понимаете, когда вы будете проходить по пешеходу, люди подумают, то, что с красной светофорой прям моментально будут тормозить. Поэтому надо брать точно красного цвета. Вообще шикарно выглядит, смотрите. Вот. Алауф! Это алауф! Ну, вот с этих, с обуви все. У нас осталась вот эта большая еще коробка. Я не знаю, что внутри находится. Как вы думаете, сейчас будем распаковывать или уже да, в следующем ролике показать? Как я ранее обещал, то, что все эти модели будем распаковывать сейчас. Поэтому вы это сейчас увидите. Вот у нас вот здесь получается стык. Вот она. И уже... Как мне оператор говорит, надо вот так. А то я до сих пор не привык открывать такие большие коробки. Есть чуть-чуть неудобство. Ой-ой-ой-ой-ой, шифоны пришли, шифоны. Шифоны пришли. Вот эти модели. Посмотрите вы. Многие спрашивали костюм со штанами. Вот костюм со штанами. Вот костюм со штанами. Ой, ну тут уже мне понадобится... Тут все вот эти модели, смотрите, можно сверху. Сейчас вытаскивать не буду, будем показывать уже на манекене. Сейчас будет переход, и моментально будет наша манекенщица все эти модели показывать. И также костюм со штанами, и обувь также. Поэтому не пропускайте ролик, пока что поставьте лайк и давайте переходик.